Всем привет! А мы сейчас едем в Макдональдс покупать Happy Meal. Да? И мороженое. Шейк купим, да? Happy Meal. Италина хочет игрушку. Она у нас сегодня не поспала. Мы поехали по делам. Плохо поспала, капризничает. И теперь она хочет игрушку. Да, Татя? Да. Да. И теперь у папы нету выхода. Ему придется купить игрушку. Детям Макдональдс нельзя. Детям Макдональдс нельзя, а игрушку можно. Ну, игрушку можно. Поэтому мы едем сейчас со игрушкой. А. Да, Виталинка? Да. Что ты хочешь? Какую ты игрушку хочешь? Надо, кстати, в кресло сесть. Ты не захотела в кресло сесть, да? Сейчас надо садиться в кресло, потому что в кресле безопаснее всего. Поняла? Да, ехать так нельзя. Да. Сесть. Ну, мы сейчас пересядем. Мы сейчас, ты сейчас... остановишься там возле Макдональдса, и мы сразу же ее пересадим и посадим ее, закрепим, все, все как положено. Да, мы сейчас где-то остановимся. Ну или сейчас давай, да. На вагоне. Вон Макдональдс, но мы не в этот не поедем. Не, в этот неудобно Макдональдс. Мы ну, сейчас просто вот, едем. Тот, мы сейчас который... на Минской, да? Да, 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 да. Это Минская. Мы поедем вот то, что как бы подниматься, и там, где пиццерия, и Макдональдс. Да. Как на Виноградарь ехать. Да, я понял. Мы сейчас в него заедем. Да, в него удобнее всего. Ну, я сейчас где-то остановлюсь. Ну, мы сейчас еще посмотрим, какой этот Happy Meal. Еще, может, там ничего интересного. Может, такой будет. Чтобы игрушка, ты имеешь в виду? Ну, да. Если там не очень хороший Happy Meal, смысл покупать. Тоже. Дома столько всего этого. Да, Дотя? Да. А Виталина уже ждет, не дождется. Да, зайчик? Конечно. Да. Что мы сегодня... Ой! Папа затормозил, да? Да. Ох, этот папа. Проезжаем сейчас Оболонь пивзавод, да? Да, вроде да. Пивзавод пивболонь. Пивболонь. А это... Завод пивболонь. Это же прикольно. Да, вот это я, конечно, сказанула. Так прикольно, пивболонь. Может его переименовать? Переименовать? Переименовать, да. 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 Смешно будет. Что, ему идет. Слушай, а ты там видел, там речка, это тоже прилив Днепра какой-то, да? Ну, заливчик. Какой-то. Заливчик? Да, да, да. Что-то там есть, ну, не знаю, я точно. Да, что-то там. Днепра. Просто я никогда не обращала внимания, а вот сейчас решила снять завод и увидела речку. Ага. Сколько вещей мы не замечаем, а потом можем заметить на самом видео. Так, он что-то налево хочет. Блин, а здесь налево вообще-то нельзя. Да. Ну, вот куда? Мы уже приехали в Макдональдс. Сейчас стоим в очереди. Виталинка ждет Happy Meal. Да, Дотенька? Слушай, Ген, посмотри, какие там игрушки. Видно где-то? А вон там собачки какие-то. Собачки, что-то, кролики. О, отлично. Да, какие-то. Отлично. А ну... Вау, да? Мяу даже есть. Есть, да? Мяу. Ну, сейчас мы посмотрим. Ну да, тогда сейчас возьмем, да, что-то Виталинке. Она так ждала. Она, правда, у нас сегодня чуть-чуть непослушная. Да, Дотя? Да. Да. Ну, она знает, что она непослушная. Два Happy Meal, да? Давай два. Доброго дня, вам это два. Доброго. Два Happy Meal. Чизбургер, комплект. Чизбургер, да. И две колы. Две колы. А может сок один? Happy Meal. А, может, что один еще? Сок, и шейк, да, нам? Да. И шейк. Ванильный. 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 Так. Игрушки. А игрушки какие там на кассе? Сейчас возьмем на кассе игрушки, и Виталинка будет играться. Виталина, ты должна сесть сейчас в кресло. Слышишь, Дотя? Надо сесть в кресло, хорошо? И будем кушать. Все, Виталинка у нас уже в кресле. Да. Сейчас заберем уже наши игрушечки, Happy Meal. Так. Да. Да. Ага. Виталинка, да. Будешь Happy Meal кушать? Да. Да, Дудь? Сейчас это тетя... Что, нет, это, наверное, шейх. Это, по-моему, а это кола, да? Да. Ага. А вы хотели не колу? А, ну я хотел колу, но я думал, что она будет в этом. В бутылке? Я имею в виду в этом. В
Хэппи Мили. Хэппи Мили. Или там отдельно что-то идет? А у вас, подожди, у вас там еще есть Хэппи Мили? Да. Что-то там у нас за хвосточка. У вас какой заказ вообще ваш? Два Хэппи Мила и шейк. Хэппи Мил с колами. Вот, да. А, да. Так что не мое. Нет, трубочку оставь. Да. Не мое, да? Виталинка говорит, не мое. Слышь, Виталина говорит, не мое. О, да. Это наше, да? Да, это наше. А какие есть там? Нам девочка что-то там такое. Котик, для девочки игрушки. Игрушки для девочки сейчас выбираю, да? Виталинка. Да. Игрушки для девочек. Ага, да. Вот игрушки. О, смотри, какие собачки тут. О, смотри, собачка. И это собачка. Ой, какие классные игрушки. Сейчас я распакую тебе, хорошо? Какая вот у нас собачка. Угу. Собачка прикольненькая. На, возьми, а давай я это распакую. Давай. Сейчас я распакую. Да, и вот еще такая собачка. Виталинка, смотри. Тебе нравятся игрушечки? Да. Нравится? Да, там что, на глазками что-то а, делает. Ну, да. Что-то? А вот это что-то тоже делает? А, глазки болтают. Не, ну, а вот это, смотри, это Ген. Ничего не делает. Да просто головой, может быть, она заводится как-то. Ну, надо посмотреть по инструкции. Ну, вот они. А, тут за хвост тянешь, головой крутишь туда-сюда. А, вот инструкции есть, надо будет посмотреть. Да, а тут просто глазами. Да. На, тебе понравились собачки, да? Ну, доченька, покушаем теперь супчик? Хорошо. Ну что, ребята, подкрепились с Макдональдсом? Сто лет не были в Макдональдсе. Да, я уже не помню вообще, когда мы. Я тоже, я даже, если честно, в шоке от цен. То есть мы когда были последний раз, совсем другие цены были. Да. Два Хэппи Мила, один шейк, 180 гривен. Ну. Обалдеть. Я помню, как Хэппи Мил стоил где-то 30-29, что-то такое. Да, ну мы ради игрушек заехали. Да, у Виталинки у нас такая вот игрушечка Вавав. Прикольная, Вавав, да? Собачки, да? Да, зато Виталинка супчик хорошо покушала. Да. Мы с собой взяли суп, и она хоть хорошо поела. Я вижу, у тебя в ротике ты докушиваешь, да. И собачка у тебя, да? А где другая собачка, доченька? Доть, а где другая? Где-то тут? Где-то? Нема? А куда ты дела, зайчик? А, это бумажка от собачки, ну, от игрушечки, да? Я тоже не знаю, где ты делаешь. Где-то там, наверное, лежит у тебя в кресле. Ну, мы потом посмотрим, когда будем выходить с кресла. С машины, вернее, с кресла. Вот я вам. Вот я вам. Папа там, наш Хэппи Мил пьет. Да. За рулем. Ай-яй-яй. Там я. Ну, а что тут? Дай. Ты дай лучше Владику. Владик хочет Хэппи Мил. Ну, в смысле, шейка. Ты читаешь, да? Да. Давай. Куколку дать? Вау. На куколку, пусть с тобой сидит. Вау. Не хочешь? Игрушка новая, конечно. Вау. Да, собачка. Класс. Собачка, да, собачка. Ой, какая у тебя игрушечка классная. О, она еще тарахтит, да? Да. Прикольненько. На. А здесь у нас поворачивается хвостик, по-моему, да? Хвостик такой. На. На. Играйся. Да, хорошенькие собачки. О, эта такая классная тоже с глазками. А это что у нас? Владик, а что это у нас? Вот это. Это она взяла.
От чего? Это тоже, ну, это был Макдональдс. Макдональдс, а может это быть Киндер? Киндер, я поняла. От Киндера, да, игрушечка? Да. На, зайчик, на, моя Китя. Что там случилось? Наш папа ушел по делам, а нас оставил в машине. И мы ждем его, да, Дотя? Ждем папу. Пока можем поговорить. Виталинка, а давай мы расскажем всем, какие ты уже слова говоришь. Не хочешь, да? Дотя, а скажи жук. Маши, пип-пип, все, пип-пип. А скажи щука. Нет. А жук? Нет. Не хочешь? Не хочешь, но ну, нет у тебя настроения, да? Вот уже девчонка без настроения.